Всем привет! Я сегодня хочу сделать обзорчик вещей детских, того, что мы заказали для дома. Заодно и по качеству пройдусь, потому что некоторые тоже, может, такое же заказывают. Так, сразу начнем. Значит, вот платье. Я выбирала на сайте оптовой фирмы, которую вот мы возим товар. И если бы я знала, что это платье производства Иваново, я бы его ни за что не заказала. Сейчас покажу, почему. Вот. До этого я у них брала платье для дома. Было производство Узбекистан. И еще, по-моему, Воронежское было. Хорошо у нас они относились, обмолели, и мы их еще и подарили. То есть никаких нареканий. А вот то, что мы брали ивановское, ну, во-первых, ткани они используют, самые дешевые, наверное, закупали. Во-вторых, то ли у них оборудование не предназначено для пошива трикотажа. Я не знаю, в чем проблема, но когда начинаешь стирать, то ползут швы от иголок. Где идет, вот, сейчас объясню. Вот, например, идет шов, да? Вот он идет шов. И со временем вот так идут стрелочки. Это из-за того, что игла рвет ткань. То есть не заморачиваются, они шьют, наверное, непредназначенным действительно оборудованием. И вот смотрите, как обработаны швы. Оверлок идет. Он мне не нравится. Это никак не фокусируется сейчас. Так, вот, видите, как оверлок идет. Он какой-то как паутинкой. Он совсем не эластичный. В общем, он лопнет. Вот это все будет торчать нитками. Буквально после 1-2 стирок. То же самое и на горловине. Видите, здесь уже вот брак стянуто. Сейчас покажу, кто производитель. Может, вам от Василька такое достаться? Кто вот в Васильке любит заказы делать, пожалуйста. Если будут такие вот товары. Да вообще, может, нехорошо я делаю, но это антиреклама. Есть хороший товар, который производится в Иваново, но он не стоит дешево. Я вам так скажу. А Василек редко торгует хорошим товаром. Так, дальше. Вот такие пижамки. Сразу трикотаж вот вообще отличается. Абсолютно. Это Узбекистан. Этикеточка. Вот, сейчас увеличу. Единственное, что мне не очень нравится, то, что это деликатная стирка написано. Вот. Я, конечно, без заморочек, я не буду ставить на деликатную. Я буду стирать вместе с детским постельным бельем. Но трикотаж хороший. Потом на девочках мы померяем, покажем, как это все. Наверное, еще даже великоваты будут. Манжетик здесь такой. Ножку не пережимает, он свободный. Пижамка есть пижамка. Здесь вот, смотрите, резиночка тоже, она такая не тугая, широкая. Так, еще одна пижамка. Девчонки выбирали по картинкам. Конечно, у этой вид не такой нарядный. Но трикотаж не хуже. И тоже Узбекистан. Другой, конечно, производитель. Я вот тут написала 300 рублей. Эта цена на сайте была там 298, что ли, вот так. Ну, практически 300 рублей пижамка. Хорошая цена. Так, и носки. Носки у нас горят. Горят огнем, особенно у Егорки. Но у него носков много. Это я ему еще в запасе взяла. В общем, 5 штук вот такого. На пробу колориста. Вот сейчас я уже открыла посмотреть. Ну, в общем, если кто увидит вот такие носки, именно вот с этим артикулом. Сейчас увеличу. Тут они. Не знаю, колориста. В общем, не покупайте. Очень тонкие. Вот это вот пяточная. Не знаю, как правильно сказать. Короче, вот эта пятка, она
износится. Ну, его, наверное, недели не хватит, скажу так. Дальше. Вот такие кафтан. Это их как бы разработка вот этой фирмы. Вот фирма. То же самое, вот, когда начинаешь вот так одевать. Вот смотрите, принт, он вот растягивается. Некрасивые становятся. В общем, не очень мне понравились они. На сайте картинка очень красиво смотрится. То же самое кафтан вот у девочки я взяла. Тут коты. Вот такие сердечки. И вот мышата. Понравились вот эти носочки мне по качеству носков. Вот. Очень хорошее качество. Если я увижу такие же для мальчика, Егорки, возьму обязательно. Очень хороший трикотаж. Мне прям понравился. Это вот так себе. Не очень. Хотя вот это вот не дешевые носки. То есть они вот где-то рублей 60, наверное, цена у них. По оптовой цене. Дороговато. В общем, вот такие у нас покупочки. Всем привет. Девчули мои. В новых домашних платьишках. А мужчинки играют в конструктор. Я помогаю. В общем, мы стол еще один купили. Вот такой же, как у Леры. В общем, копия. Только ящики надо бы с другой стороны собрать, чтобы они это симметричные были. А зачем? Если мы стулья будем ставить, они будут мешать за стул. Ну, мы же их не рядом друг с другом поставим. А как же? Между, наверное, шкафами. Ну, в общем, ладно. Как короче, как соберете? Я уже как Герасим на все согласен. В общем, работа кипит. Шипит и пузырится. Пакетик. Давай, Сюшка. Вот эти платьишки. Девчонкам нравится, да? Нравится платьишко? Васюш? Как русалка.